Африканская чума в довесок к поросятам. Новая вспышка заболевания, на этот раз в Кстовском районе. Хозяева подворий, на которых был выявлен вирус, винят во всем продавца, у которого закупили поросят. Продавец из близлежащей деревни внезапно решил сворачивать свой свиной бизнес и распродавал поголовье. Купленные поросята, по мнению хозяев, и стали источником заболевания. Последний раз взяли 27 штук. У меня было 5. На следующий день сразу начали умирать. А у нас еще были уже взрослые. Потом начали они умирать. Ветеринарку отвезли, сказали, чума. Я русский фермер. Не фермер, я русский крестьянин. Фермеры были у немцев, у Ельцина. То есть я русский крестьянин, всю жизнь занимаюсь землей, овощами. Сейчас свиноводством занялся. Постоянно клиенты, которые меня брали, просят. 11 числа приехали, меня взяли. 11 августа. Когда-то у них там начали сдыхать, я не знаю. Это они говорят на первый, на второй день, там, после того, как взяли, да? А мне позвонили через 3 недели. Почему сразу не позвонили, что у них дохнет? Ему звонили, говорили, давайте что-нибудь как-нибудь решим вопрос. Он говорит, ничего не буду, никому ничего не должен, никого не боюсь. Я, говорит, пуганный. 11 числа приехала комиссия по заявлению главы МСУ нашего. То, что я нарушаю экологию, природу, занимаюсь свиноводством. Областной прокурор, Россельхознадзор, ветслужба. Вот они уехали. Через 10 минут этот человек зашла ко мне на двор и взяли поросят. От комиссии никаких замечаний не было. Болеть начал. Решил умолчать. Больших зарезал на мясо, продал. А маленьких уже, наверное, под конец. А ладно, как-нибудь. У меня, говорит, все справочки есть, говорит, как хотите. Ну, блин, если вы от него взяли, на следующий день они начали умирать. Ну, наверное, не от нас. Если у других то же самое произошло. Просто начал для чего-то распродавать, ну, блин, не просто же так. Если у всех троих людей умерло, значит, оттуда у кого взяли. Мне что удивляться, дохнут, люди умирают, коронавирус на свете вон и гуляет. Анализ где? Анализ есть? Ну, подтвержденный анализ, что от африканской чумы. Я вам сейчас возьму, 5 поросят в любой точке области, умершлю их каким-то способом и привезу им туда. И все будут поросяты чумой больные. Причем из Европы комплексы можно строить вот здесь, вот видите, нет? Вот комплексы. 5 уже комплексов. А мне, русскому человеку, нельзя держать скотину. Почему? Вопрос не задавали? Почему карантин от комплексов 500 метров? Рядом у людей скотину убивают, а комплекс не трогают. Ну, карантин для всех. Уничтожать всех надо. Обманули неприятно. Зачем? Я опять же, не только меня одного. А так, ну, меня там 1030, там еще кого-то 1020, там еще одного, там тоже 1030. Вот так-то вроде неприятность такая, ну. Большой-небольшой, а вместе получается уже как бы более-менее нормально. У сотрудников ветнадзора претензии есть ко всем участникам сделки. И к продавцу, который продавал с нарушениями, и к покупателям, которые сначала падеж животных пытались скрывать. В данном расследовании мы сталкиваемся с определенным противодействием как со стороны, у кого обнаружен очаг АЧС, также со стороны гражданина, который занимался реализацией живых свиней. И сейчас все силы управления брошены на поиски живых животных, которые, возможно, были реализованы в период с 10 августа по 1 сентября, либо нахождение розыска этих трупов, этих животных, которые были также реализованы в эти сроки. Кстати, по решению ветнадзора в радиусе 5 километров от места обнаружения уничтожается все поголовье свиней.